Всем привет! Как-то в студенческие годы или даже школьные старшие классы собирал я простую радиостанцию, DSB радиостанцию для проведения местных радиосвязей для участия в круглых столах. И вот сейчас решил повторить схема на К174 серии Х2 микросхеме. Только здесь уже добавился синтезатор простой от новозеландца на Тини-85 и SE-5351. Ну, что из этого получилось? Так, меняем шаг. Сейчас на 3,5 перейдем. Приколки такой хороший районный центр. Там художественная школа по рисованию, я знаю, везде, даже за пределами, так сказать, Украины, Европы и так далее. Очень хорошие делают картины. Ну, жалко человека, но земля ему пухом, пусть там слушает сверху нас на приеме. Сейчас подключу тоже, потому что я так включился на завтра рано вставать, это так, чтобы прогула не было. Альберт, задержись, если есть желание. А кто подходил, будьте добры. Ульяна Василий 5 и Елена Иван Жук на приеме. Да, бесхитростный. Прямой.
как он карандаш, блин. Ну и сейчас покажу на передачу. Для этого отключим ОНЧ у меня внешний для колонки. Ну, чтобы не было обратной связи по ОНЧ. Вот берем гарнитуру, ну, вернее, тангенту. Так, один, раз, два, три. Ульяна YK1, Иван Федор. Вот индикация. И что внутри? Отключим питание. Вот, собственно, синтезатор. Так-с, вот синтезатор. Zulu Lima 2 Papa Delta, новозеландская разработка. ХА вторая керамическая. Ну, фактически это приемник прямого преобразования с использованием передачи DSB в выходном каскаде 606 транзистор. Это у нас контур резонансный с ХА второй и с катушкой связи на 606. И здесь нагрузка ему Г-образное звено, своего рода Г-образный тюнер. Вот он. И конденсатор переменной емкости. Катушка связи для приема, для режима приема используется. На наушнике очень вообще прекрасно звучит. Единственное, что здесь я добавил каскад вот на одном транзисторе. Так как по микрофону не хватает усиления, даже несмотря на то, что здесь использован каскад на ВТ-4, КТ-368. Пришлось добавлять вот до дросселя еще один биполярник. И так как у нас в родной схеме, скажем так, использована фиксированная частота на кварце, здесь между четвертой и пятой ножкой убран конденсатор. Четвертая и пятая ножка подключается одна обмотка трансформатора и другая обмотка трансформатора на землю и выход синтезатора. То есть используется симметричное включение гетеродина ХА второй. Четвертый и пятый вывод, симметрия и шестое питание. Так несущая давится намного лучше. То есть она фактически идеально давится, насколько это возможно для ХА второй. Возможно, кто-то захочет повторить. Это схема Топалова, простая DSB радиостанция. К174 ХА2. Всем спасибо.